профессионально занимаетесь? Или занимались там на протяжении, как росли? Я занимаюсь уже 5 лет, но только вокалом. 5 лет? Да. А до этого? До этого вообще не было никак связано с музыкой. Просто захотелось петь. А вы учитесь где-то? Да. А где? В КНЭУ, финансовый. То есть вы будущий экономист? Ну да. Правильно? А вот почему решили петь? Ну, это же не просто там веяние, моды, либо что-то все-таки в себе почувствовали. Да, мечта детства у меня была, и я решила ее развивать. Вот, и сейчас продолжаю развивать. Сама пишу песни, научилась играть немножко на клавишах. Вот, могу сочинять музыку, тексты. Есть записанные уже тоже песни. Вот, работаю в этом направлении. А вы где-то выступаете? Да, по некоторым заведениям Киева бывает, приглашают. Ну вот ваше ощущение от занятий, потому что вот, я слышала легкость, но она ощущается, она есть. Да, на самом деле мы приходим, мы занимаемся группой, и уже как одна семья. Я очень люблю занятия вокалом, это для меня только в радость на самом деле, как на праздник приходим. Когда вы заканчиваете обучение в университете? Через год. Через год. То есть вы на 4-м курсе, а какая у вас точная специальность? Финансово-экономический. Финансово-экономический. Факультет, да. Будете работать? Надеюсь, что не буду. Ну как это? Как это не буду? Я уйду в другую сферу, в творческую. Творческую.